Всем привет, дорогие друзья, с вами Зипер. Сегодня у нас будет обзор на оружие Хапеши Фараона. Оружие такое, именно реально очень красивое, с золотистой расцветкой. По нём мы на сегодня на вулканах, на врата теней и на выживание для разогрева. В общем, сейчас мы посмотрим все возможные удары этого оружия. Посмотрим, что же оно из себя представляет. Оружие реально прикольно выглядит очень. Так, посмотрим. Значит, один удар у нас такой. Два удара. Двумя мечами в нижнюю. Такой. В бок и одно нажатие. Хорошо. И дальше у нас идет с разворота. Обычный такой стандарт. Дальше. И комбо. Интересно, да? Такой средняя скорость и верхний удар такой. Давайте погнали сразу на выживание, ребят. Посмотрим. Ну, я на выживание еще ни разу не тестил оружие. И сейчас посмотрим и потестим это оружие. Оружие реально, я думаю, оно будет хорошо драться. Именно на инкубаторе посмотрим. И да, ребят, получается, у меня сейчас появился уже новый ПК. Нормальный ПК, там тянет GTA-шку на максимальных. И можете написать в комментариях, какую можно игрушку поснимать. Там постримить или поснимать, уже, в принципе, без разницы. Вот, пишите в комментариях, какую игрушку. Я просто вот рассчитывал на телефон, что куплю новый. Но так получилось, что я купил видеокарту и получается нормальный. Такой более-менее хороший комп, и так что можем поиграть, ну реально. Да, пишите в комментариях там, какую игрушку можно поиграть. Скорее всего, бесплатно. Конечно, GTA-шка у меня есть. Если вы пишите ее, конечно, можем CSGO поиграть. Я вообще там четвертый сильвер, я не так уж давно играю, но все же можно поиграть с другом моим Владом. И постримить тоже будет интересно. Сейчас учеба у меня идет, так что мне, конечно, затратно, но все же могу выделить как-то время и это все сделать. А тем временем, как мы видим. В принципе, хорошо нагибает оружие. Думал, сюрикен кинет вверх, но, к сожалению, ох ты. Было потом жесткий удар, если бы он, ох ты, вот так когда хорошо пошло. И да, и возможно, все же, как я купил видеокарту, может, в следующем месяце куплю уже и телефон. Не смогу так без лага, может, даже в 60 FPS записывать видосы на телефоне. Думаю, будет нормально. Может, даже и получится как-то постримить, это будет уже видно с телефоном. Так, вообще, разрываем противников. Вообще, именно ХП еще целый, а уже пятый раунд. Смотрите, как разрываем. Против... Ой-ой. Спокойно, спокойно, спокойно. Блин, жалко, не вот нельзя отменить комбо-удар, потому что... На, хорошо, хорошо. Вообще, кровотечение очень даже хорошо действует. Ай-яй, давай. Ё-моё, ё-моё, да... Ой-ой, я не угадал, что он будет так вниз бить. Ну ладно, подержи. На. Ого. Мы то вообще одновременно ударили, я кинул сюрикен, и он то одновременно убьет меня. Вот это жесть. Первый раз такое вижу, интересное явление. А, я не успел прыгнуть. Да иди ты. Ну ладно, ничего страшного. Он такой просто ненавижу таких ботов, которые бросаются типа сюрикенами, но не хотят подходить именно, смотрите. Не хотят. А не, что-то он творит, как-то странно он дерется. Так, на... Ой-ой-ой, ну хорош, да. То я уже как-то... Вот так-то. Бам. Еще давай-ка прогибчиком бросим. На. Шикардос, или нет, такой один удар прошелся. Ой-ой-ой, он меня нагибает как-то. Он уж нагибает слишком своим копьем. На, а теперь... Да, ребят, смотрите, это жесть какая-то просто... Не знаю, когда я говорил, не по теме именно, я нагибал. Сейчас вообще, хотя это был последний раунд, и мы победили. Ладно, мы разогрелись, теперь пойдем на вулкана. Посмотрим, сколько там урона можно нанести с таким оружием. Хотя вот сейчас стоит кровотечение, я думаю, просто когда перегрев плюс там неистовство, ярость бури, намного больше урона получается. А вот, не знаю, кровотечение наносится, дополнительные проценты от неистовства, это мне неизвестно. Так, как я не играю, то так получаю, просто захожу на обзорчики. Так, вулкан, думаю, быстро соберет, так что... Так, ну что ж, давай, в бой.
Так, нормально. Думаю, будет. Так, можно. Давай-ка. Я думаю, он не успеет. А ну-ка. О, блок. Если бы не блок поставил, был бы жесткий удар в голову. Но, к сожалению, он поставил блок. Как же нехорошо блочит вообще. Неудачно, конечно, у меня телепорт вообще для него. Да, ух ты. Хорошо. Бам. Вот так-то. Кровотечение же пошло. Вот так-то. Вот это хорошо пошло, бой. Ой-ой-ой. Надо же после этих слов уже не нагибать. На! Шикарно. О, вот это да. Вот это удары пошли. На. Найс, просто найс. Да ладно. Все равно я много урона уже нанес. И это я точно уверен. Больше 300. И может даже больше 400. Да, 436. Для первого впечатления этим оружием очень хорошо. Но это, конечно же, скручение нормально. Можно, конечно, попытаться еще с другими навыками. Как я и говорил ранее, это на перегреве тоже можно нормально. Вот у нас второе место ассасин. Тоже неплохо идет. 425. Очень даже тоже хорошо. Так что команда тоже есть скиллы в ней. Так. Смотрим, что же дальше будет. Надеюсь, это не самый лучший результат будет. Может, будет и лучше. На, вот это хороший хэт такой поставил вообще. На изи. Чах! Ё-моё. Окайс, хорошо, давай. Пойди. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще телепортится. Не-не-не. Свой. Удар. Босс, 5 хп. Ну, вообще, скилл. Как у тебя так разнес вулкан? О, смотрите, он меня уклонился от моей ноги. Печаль, да? На, тонем, да уже ты. О, все, пошла жара. Бам, бам. И все, уж один удар попался. Да ладно. В принципе, все же бывает и нормально. На. Да что же это такая. Этот, блин, вулкан. Ну, полегче уж. Ах, ладно. В этом раунде он меня жестко, как бы так. Констапил. 226. Ох, да ладно. Пытался что-то нормально сделать, но вот именно 226 я нанес такими жесткими ударами. Если, конечно, бы этих жестких ударов было больше, то урона было, собственно говоря, намного больше. Всего лишь стоит у него 188. Интересно, я смогу перегнать ассасина? Это, конечно, сейчас посмотрим. Конечно, мне не хватает вообще немножко, всего лишь 20 урона не хватает, чтобы я его перегнал. Ну ладно, сейчас попробуем. Может даже получится. Конечно, если ассасин... Надо мне переверить, просто быстро снести его, чтоб сразу... Давай, 2 икса, 1,5 икса или сколько там? На! Бам! Вот это. Ай-яй, да что ты такой, ну... Дай тебя нагнуть уже, я хочу ассасина выиграть. Вот так-то, блин, это было локтем. Это было очень мало урона. Да иди ты, это все, я победил. Посмотрим, перегнал же его или нет. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Мне тут уже очень интересно. 188. Надеюсь, он мне нанес 188. И что же у нас будет? Давай, давай, давай. Добивание, кстати, сейчас же будет тоже. Ну, я победил, ребят. Я, походу, да, я победил. Все заскилловал. Нормально. И у нас сосредоточился и показал скилл свой. Хорошо. Так, давайте. Все же не заходил я со спины. На добивание как раз и зайдем. Да что ты такой дерзкий-то? Ух ты. Блоки еще я ставлю. Удачно, в принципе. Давай. Ай-яй-яй. Ну ладно, свое комбо продемонстрировал. Еще магию свою. Да ладно уж. Что уж там. Блин, хотел сделать подсечку, но он меня сбивает. Все, это победа. Что я творю? Ладно. Это победа. И что же итог этого оружия? Я на первом месте. И то можно было еще сыграть лучше. И быть еще выше. Так что считаю, в онлайне можно играть с этим даже оружием. Но, конечно, есть оружие, на которых я играю лучше. Точнее, больше урона наношу.
Но все же неплохо. Не то, что хуже, как с другими. Теперь мы пойдем на врата теней и подеремся с демонами. С боссами, демонами и типа того. Так, в бой. Надеюсь, случайных оружий не будет, как бывает. Случайное оружие попадается и все. Ладно, посмотрим сейчас это все дело. Так, первый у нас рысь. Так, мы со своим оружием, слава. Вот так. Хорошо, давай хедшотик. Хедшот, найс. Найс. Перфект. 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 Ребят, рыся выносим просто на изичах. Вообще, не парись. Конечно, если бы я его не убил, то я бы зашел за линию, я проиграл. Мне как бы, так сказать, повезло еще. Бам, блинчик, хорошо, на тебе взад. Так, здесь с затемнением, это, по-моему, не проблема. Он мне так столько навыка бросил. Я, знаете, у меня урон меньше на 75%, по-моему, этот навык называется. Он еще меня стреляет молниями. Да ладно, давай. На, вот так. А теперь на бросочек. Опа, хорошо. Бам. Все, победа. Ну да. А человек оказался сложнее, потому что за счет затемнения. И то, что он поднимается в воздух, как бы такой медитирует и бьет мне молнией. Это да. А он мясничок, давай. Ну что ж ты сделаешь? Ты же такой медленный. Инвалид ты. Ты серьезно, да? О, на! Да ну, ты чё такой молодой? Вот так-то. Крит. Вообще, ну, в принципе, короче, тоже его добила. Ну, ладно. В принципе, мясник тоже такой не очень. Так, следующий у нас оса. Что ж ты нам опять продемонстрируешь, оса, а? Надеюсь, она не пригнута стенкой, как я вообще не это не люблю, эту хрень просто. Бам! Та-та, ну на нашу. Вот так-то. Вот так-то. А теперь прогибчик. И это все. Это тупо вообще. Фаталити была жесткая. Мне это нравится уж. Интересно, было бы шикарно просто этот бросочек на Shadow Fight 3 в 3D графике. Это было бы эпично. Вообще, четко. Вот так-то. Ика, ика. Но, блин, не достал. Да ладно уж. Бросочек. Хорошо. Магия. Опять прогиб. И опять у нас фаталити прогибом. Вот это прям замечательно. Хорошие у нас раунды вообще пошли. Это все лишь босс. Какие-то там демоны, ё-моё. Так, остался последний у нас Сигун. Который, я не думаю, что он что-то покажет. А хотя может показать, потому что у него есть генерал, который может подойти со спины и дать мне взад. Да, такое бывает. Блин, не достал. Я думаю, достану. Так, у него перегрев, так что нужно быть аккуратным. Хотя у меня, наверное, сработал... Ой, генерал пошел. У меня когда подлагивают, так то генерал идет. Ой-ой-ой. Ха-ха-ха. Ну, бякас. Ну-ка. Кстати, когда меня подлагивает, этот генерал идет. Скотина. Бросил меня магию. Опять идет. Я в шоке. Я могу предугадывать, когда он пойдет. Да ё-моё. Ладно. Получается, у нас получается уже что? Опять идет. Что у нас Сигун самый тяжелый? Ну ладно, надеюсь, я его выиграю все же. И будет вообще шикарно. Бам, бам. Ну-ка. На, дойди ты взад, генерал, ё-мо. Вот это удар. Дойди ты. А, как он мне попал? Вы чё? Опять. Смотрите, как генерал идет. Я в шоке. Да что ты такое делаешь? Что Сёгун? Я тебе сейчас так. Ё-моё, на, а теперь течение, подыхай спокойно, с миром, инвалид, блин, со своим генералом, каждые 5 секунд попадается, еще из-за этого генерала меня подлагивало, ну ладно, все же победили, это был самый сложный, из-за того, что, ну, сами видели, а теперь наша заветная наша Мэй будет, Мэй, ну, как всегда, на Мэй идем в конце,
видео. Так, давай, конце обзора. Бой. Фух. Посмотрим, что же нам продемонстрирует Мэй, конечно, с этим оружием, против этого оружия. Сейчас будем как-то нагибать, может быть. Кровотечение я вообще думаю немного снимать. Если кровотечение снимало бы без ограничения урона, то было бы нормально. А так, не очень. Единственное... Ну все, это просто... Она делает эйс. Вот как... Вот единственное, что нет ограничения на броню, ну, ограничения на урон, так это у нас часовая бомба. То есть часовую бомбу можно взять и, в принципе, нагнуть, конечно, мы... Не знаю, с какого раза, 200-го, наверное. Не знаю уж. Мы просто реально очень тяжело. Давайте бросочек. И... Она делает... Вот это да, вот это сила, вот это мощь. Вот это она меня разнесла. Я в шоке. Это было жестко с ее стороны. Ну-ка, в принципе, мы... Да она вообще жесткая. У нее все удары жесткие. Ладно, я думаю, можно еще один раунд, точнее один бой подраться. И все, потому что, ну, не знаю, что здесь уже смотреть. Потому что Мэй уж очень сильна. И, как видите, я ее сбил, магия там уже осталась. Смотрите, Мэй, главное, отлетела. Магия осталась в том же месте, меня сваншотила. Это, конечно, очень даже неприятно. Из-за этого ее магия вообще напрягает жестко просто. Ладно, давайте, может, по крысе, может быть. Давай-ка. Ай-яй-яй, не получилось даже покрасить. Давайте комбо-удар. На, ё-моёшка. Бам. 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 Ё-моёшка. Ребят, она мне делала шок. Она мне ваншотнула просто с вертушхана. Бам. Мы. Блин, я думал, что я такой сделаю жбам и... херачу просто. Она меня так... Ох, ё-моё. Это было, конечно, неожиданно. Жестко. Ладно. Что же, ребят. На этом уж все. Так что, да, напоминаю, пишите в комментариях про... Что там снимать. Мне на ПК, там, GTA 5 или CS GO, или что-то другое, желательно бесплатное. Не знаю, уж посмотрим в дальнейшем. А... Ну, конечно, напишите комментарии. Ставим лайки. И оружие. Оружие у нас, конечно, очень даже неплохое. Среднее. Я бы сказал, между средним и хорошим оружием. Такое, я бы сказал, среднехорошее. Типа такого, да. В принципе, в некоторых моментах, конечно, было очень жестко. Особенно в выживаниях. Реально, кровотечение именно жестко так дамажило. И они меня редко... именно ударяли, и я их неплохо так нагибал. Так что на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи и всем пока, ребят.